рамках Всеукраинской недели права в Бердянском университете менеджмента и бизнеса прошли традиционные мероприятия дней кафедры криминального и административного права. В этой акции приняли участие студенты юридического факультета БУМИБа и студенты экономико-правового колледжа. Как обычно, первым среди мероприятий дней кафедры стала выставка книг юридической тематики. На выставке были представлены как работы современных авторов, так и проверенные временем классические труды знаменитых криминалистов прошлого. Всегда писать нужно понять. Раскрытие. Расследование поджога, у них преступления связаны с расследованием поджога. Так она у вас преподавала? Нет, она мне не преподавала, она в Киеве преподавала, а у нас она преподавала здесь. Даже ложка? Ложка, да, потому что если там что-то там все ложка. На базе криминалистической лаборатории университета была проведена книжная выставка, где были представлены очень интересные издания. Из них мне была интересна криминалистическая техника, судебная баллистика, дактилоскопия. В ходе проведения данной выставки мы получили дополнительные знания в сфере криминалистики. Кроме того, вниманию студентов был представлен современный учебный фильм по новейшим методам криминалистики «Производство США». В этом фильме американские криминалисты рассказывают о новейших научных разработках в этой области и об эффективном использовании этих технологий при раскрытии различных преступлений. Один из звезд антропологии в сфере анализа костей – доктор Клайд Сноу. Он помог идентифицировать останки царя Тутанхамона. В рамках проведения мероприятий, посвященных Всеукраинской неделе права, кафедра уголовно-правовых дисциплин Бердянского университета менеджмента и бизнеса проводит мероприятия, посвященные пропаганде правовых знаний. В частности, мы провели книжную выставку, посвященную вопросам криминалистики, а также просмотр учебных видеофильмов, посвященных расследованию и раскрытию отдельных видов преступлений. Проведенные мероприятия помогут получить нашим студентам дополнительные знания в области правовых дисциплин.